Всем привет, ребят! Ну что, мы сегодня на аккаунте моего подписчика Дмитрия с ником BlackJack312. И у нас сегодня роллинг на русском сервере. Нету сегодня никакой акции, поэтому мы с вами трешуем по полной. У нас 57 тысяч самоцветов. Ну, в принципе, неплохо. Поехали, посмотрим. Что есть на аккаунте, чего нету. Донат, не донат. Ну, это не донат. Можно сказать, без донат фактически. Battle Pass есть. Да, Battle Pass есть по-любому. Есть скин. Так, находится он в гильдии. Хвост фея, вот так вот, в 16.30 по Москве босс гильдии, битва гильдии не ходят, атака портов тоже не хотят. Ну, кидайте заявочки и будут. Так, окей. А сколько там человек гильдии? Понятно, 5 человек. Хорошо, поехали посмотрим, что у него нету по героям. Что с недостающих героев? Снайпер Роза, так, РТшка, Фоба, Лео, Космо, Трифит, Командора, Седна, Кольтис, Землеройка. Тут есть что выбивать. Странно, что у него нету даже таких героев. Так. Да. Все-таки да, нету. Но зато посмотрите, какие герои есть, блин. Две фрайки, например. Неплохо. Даже ништяки у него есть. Ничего себе. Поехали. Пооткрываем ништячки. Посмотрите, сколько всего. Подарок 6 лет. Ну, давайте сначала начнем с подарков. Как обычно. О, 10 самоцветов, ребят. Спасибо IGG за 10 самов. Это просто мега плюхи. Еще 10, 20, 30. Ну нифига себе, ребят. Плюс 30 самоцветов. Хороший подарок на 6 лет от IGG. Я ошибся. 6 самоцветов. 6 самоцветов на 6 лет. Символично. Да уж. Так, давайте пооткрываем, чтобы не хватило нам места на роллинг потом. Открыть. Окей. Так, что у нас есть? Карты есть. Давайте пооткрываем все плюхи вот эти. О, 20 фобы. Это неплохо. Будет обидно, если мы его сейчас выбьем еще. Кому эти осколки нужны будут? Конечно, не обидно. Его надо выбить. Так, свален. 20 осколков. Лучше скины на здание. Ну, неплохо, Зефира 10. Так, сразу же почистим полностью склад, чтобы нам ничего не мешало. Так, лаву я не буду открывать, трогать. Так, еще скин, таблеточка. Тут маскировки, классная тема. Землеройка. Эмблемка маскировки, это просто нечто. Так, 10 коробочек, отлично. Коробки, это то, что надо на любом аккаунте. Так, а что у нас по... Грубая железка для подземок ESO, вполне неплохо. Так, хорошо, поехали дальше. Третья. Ну, опять же, железка... Карты смены. Ну, карты смены такое. Праймы пятые. Воодушки. А воодушки это хорошо. А в этих сундучках еще одна воодушка. Куча расходников. В общем, ребят, как обычно. Так, давайте карты пооткрываем. Сразу же. Так, ну эти все у него есть. Герои. Так, гарпия. Так, это сетик мы оставим. А, ну-ка, поехали, посмотрим. Химка. А, бульдозер, кстати. Ой, отлично, бульдозера вытащили мы вроде. А,
Так, бульдозер, бульдозер, призрачная арташка. Так, смотрим, 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 смотрим. Вот призрачный есть. Странно. И бульдозера есть. Не открывает он их. Ладно. Еще кулачки. В принципе, вот чем радуют эти сундуки, что с них реально дофигища падает. Обалденных плюх. Седнушка и финка, отлично. Прей у него есть, а вот седнушка у нас первый недостающий. Ну что, поздравляю. Первый недостающий есть. Поехали дальше. Посмотрим. Так, окей. Ну что, поехали. 57 тысяч. Нам бы космика вытащить. Это было бы эпически. Посмотрим, как сыпет. Душегуб Дед Мороз. Ритон. Бигфут Дед Мороз. Дракос. Многие ребята пишут, что типа падает лучше, когда нету коллекционера. Не знаю, мне почему-то фараон. Кажется, что когда коллекционер именно падают, ну, в 90% ниндзя, валька, ведьма, нифига себе. Еще одна валька. ПБшка Леди Лео, отлично. Леди Лео у нас недостающая и профессор Риббит. Так, немножко отдохнем от рандома, поехали. Седнушку вытащили, Леди Лео. Так, ну профессор Риббит есть у него, отлично. Леди Лео можно открывать. Леди, Леди Лео, где ты? Где-то она у нас в начале. Ну я вам скажу, легенды, легенды в принципе падают неплохо. У него уже две штуки этих Леди Лео. Я не знаю, что он их не открывает. Поехали. Я-то думал, блин, РТшка. Триантик, укротитель, хранитель, укротитель. Да. Это просто имба, ребят. Это просто паладинище. Блин, рандом, давай какого-то космо, блин. Давай какого-то фобу. Ну, Леди Лео уже есть. Зачем эти повторки? Хочется какого-то трешечка. Кэнди Сноу. Блин, половину самого заролили. Вы знаете, вот легенды сыпят. А вот, ну почему-то мне кажется, вот на коллекционера именно такие эксклюзивные леги падают. Не знаю почему так, но там реально шанс вытащить имбу. В принципе, ее вот ворожей, князь тыква. Герои реально обалденные падают. Землеройка, пожалуйста. Гаргул. Ледяной феникс. Ну тут тоже, конечно, герои падают обалденно, но блин. Так, землеройка у нас недостающий. Поздравляю, ледяху он только купил. Вот. Ну, можно было бы и так. Ну, хотя, в принципе, там и скины, куча топовых плюх. Поздравляю, еще один, как по мне, топовый для битвы гильдии герой. Поехали дальше. Суккуб. Леди Лео, еще одна. Призрачный рыцарь. Рандомчик, ну давай. Суккуб. Гаргул. Капитан Дрейк. Сейчас будет имба, ребятушки. Леди Лео. Блин, у него уже Леди Лео хватает полностью на всю прокачку. Ну давай. Бум. Тесса. Эх, надо под музычку ролить. Такс. Блин, ну не знаю, видите, ну в принципе седну вытащили и кого мы там еще? Землеройку, ну дракосы там, все остальное это такое.
Так, оно интересно, я хочу посмотреть, что у него стоит по героям. Видите, он Battle Pass покупает, в принципе, правильное решение. Только скин где-то... А, на тыковку, видите, было бы исцеление, было бы вообще топчик. У нас там вроде коробочки есть, попробуем. ПБшка. Так, Ронин, ну, такое себе. Так, рандомчик последних. Три тычки. И 150 оборотень. Ну, это рандом. Я обычно говорю, я ролю под коллекционера, поэтому кому надо, кидайте заявочки. Поехали, попробуем пошаманить по талантам. О, у него тут 8. О, неплохо, неплохо. Бастик. Тут ремка стоит. Блин, на тыковку исцеление надо. Дашка, замедление. Тут скина нету. Так, ярость небес. Это можно на кого-то допа закинуть. Стойкость то же самое. Огненка, это уже получше. Так, кстати, у него тут тыковок хватает. Может, хоть одна из исцеления? Не, нету никого. А, так, блин, тут куча героев, конечно. Еще одна берсовая тыква. Анубис с каменкой, блин, надо было баст все-таки, наверное, Анубису поставить. Тут огненка уже есть, а, грубая каменка. Короче, на этом аккаунте, я так понял, с огненкой проблем нету. Что-то, а, он чередует. Странно, странно, корка. Да кому-то корка на Дрейке уже, в принципе, актуально. Дерево четверка. Вот, баст, отлично. Вот это можно лепить Анубису. Смело. Тут огненка. Ну, в принципе, чтобы не сливал кулаки. Огненка на нем, по сути, нафиг не нужна. Ну, она классная, но... немножко не то. Так, разброс утекания. Ну, блин. Тут утекание есть, там утекание есть. Можно на тесочку поставить. На ней тоже будет неплохо. Но смотреться лучше, чем это. Так, каменочка. Ну, это можно на допов цеплять, по сути. Бег, каменка, корка. Ладно, по талантам не будем тут трешевать, а то это надолго. Захочет, посмотрит, что талантам кому ставить. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Вытащили, конечно же, два героя, но, блин, ну хотя, в принципе, и Седна, и этот. Довольно-таки неплохие герои. Поэтому мы еще сделаем вот так. И вот так, выживание. Всем удачи, всем пока.